Добрый день. Позвольте представить продукт по анализу продаж. Данный продукт разработан на основе BI-инструмента, который позволяет подключаться к любым источникам информации, загружать ваши данные, консолидировать внутри себя и позволять вам строить панели для анализа и анализировать данные по процессу. В качестве источников информации могут выступать база 1С, ERP-система, Excel Access файлы. Давайте посмотрим, из чего состоит наше приложение. В данный момент у нас представлено содержание нашего приложения. Это панель управления, которая содержит информацию о KPI-показателях, анализ продаж, более детальный, план-факт-анализ, анализ клиентов, разрез номенклатуры, договора, объемом продаж, каждому конкретному транзакции, это более техническая вкладка, то есть при желании вы сможете провалиться и посмотреть до каждого отдельного документа. Анализ продаж на карте, АБЦ-анализ и возможность создавать ваши собственные листы. Перейдем к панели управления. Панель управления содержит информацию о типах бизнеса, которые у вас есть, о структуре. LFL-анализ по каждому отдельному типу бизнеса, сравнение с предыдущим месяцем, динамику, разбивку по юридическим и физическим лицам, по типам клиентам и, соответственно, приросты по этим клиентам. И также разбивка по точкам обслуживания, по типам точек обслуживания. Есть возможность смотреть данные в бухгалтерском режиме, в оперативном режиме. Есть возможность в один клик очистить продажи от МДС. И также анализировать продажи, объем продаж или маржу. При переключении данного показателя все показатели в нашем приложении пересчитывают. Вернемся к продажам. Посмотрим розницу. И посмотрим розницу более детально. На данной закладке мы видим KPI-показатели по продажам основной группы номенклатуры, по сопутствующим товарам, по марже основной группы номенклатуры. Доступны все те же самые показатели, которые мы использовали на предыдущем листе. Есть возможность посмотреть распределение продаж по точкам обслуживания. Соответственно, топы, кто больше всего нам принес, и аутсайдеры. Мы можем выбрать на графике точку обслуживания птицы и посмотреть ее уже более детально. То есть я могу проанализировать, какие номенклатуры продавались наиболее эффективно в данной точке. Одним кликом я могу поменять сортировку и посмотреть наоборот те номенклатуры, которые продавались менее эффективно на точке 30. То есть в данном случае это номенклатура 35. Далее я предлагаю перейти к анализу клиентов и посмотреть уже, все фильтры у нас сохраняются, они отображаются всегда в левой верхней части экрана и подсказывают пользователю о том, какая информация доступна сейчас для анализа. 2015 год, розница, точка обслуживания 30. Мы видим список наших контрагентов, топов. Можем проанализировать, какой из контрагентов принес нам наибольшую выручку в данном периоде. Выбираем контрагента 263. Динамика у нас пересчитывается. Я вижу, что у нас в июне 2015 года у нас происходит определенный спад по данному контрагенту. Мы также можем посмотреть, какая номенклатура по данному контрагенту принесла нам наибольшее количество выручки. То есть номенклатура 30. Далее я предлагаю построить свой собственный лист анализа, чтобы более детально проследить причины такого спада и, в принципе, проследить динамику по контрагенту 263. Мы с вами нажимаем «Создать свой собственный лист», попадаем в меню, то есть лист пустой, нажимаем клавишу «Редактировать». Давайте посмотрим, что нам доступно. Объекты. То есть это объекты визуализации, они максимально приближены к объектам Excel, чтобы пользователю было удобнее работать. Далее у нас есть библиотека формулы выражений.
Данную библиотеку мы заполняем для наших клиентов. В данном продукте она уже преднастроена. Она содержит следующие измерения. Это календарь, это контрагенты, номенклатурные группы, районы, сценарии и так далее. Или измерения. Количество товарных позиций, количество чеков, маржа, проценты, абсолют, объем продаж, план продаж, скидки, средний чек и цена реализации. Я хочу построить график, на котором хочу отобразить по месяцам продажи моего контрагента. Я хочу поменять вид графика. Мне гистограмма не очень нравится. Я хочу линейный чат. В один клик я меняю этот график. График нужно подписать. И немножко видоизменить его внешний вид. Далее я создаю такой же график, но по цене реализации. Меняю показатель на цену. Сортируем по месяцу. Здесь тоже проверяю сортировку, чтобы сортировка была по месяцу. Вы можете сортировать графики так, как вам удобно. Для этого достаточно сделать перетягивание ваших измерений в один клик. То есть то, что наверху, то и является сортирующим измерением. А теперь я создаю такой же график по выручке. Меняю показатель продажи на объем. Проверяю сортировку и создаю такой же график по маршруту. Добавляю аналитическую таблицу со всеми разрезами. Я хочу посмотреть продажи, цену реализации, маршрут по номенклатуре. Добавляю измерения. Хочу посмотреть структуру продаж моего клиента. Наше приложение практически готово. А для удобства можно добавить фильтры. Я добавила фильтр контрагент и добавляю фильтр реализации.
наш дашборд готов, мы уже можем приступить к анализу. Соответственно, что я вижу? По динамике я вижу, что в июне месяце у меня резкий спад по продажам, по объему продаж и, соответственно, по марже. И в июне месяце у меня наблюдается достаточно высокий рост по цене. Далее внизу у нас представлена таблица. Я предлагаю ее добавить в месяц, чтобы посмотреть, как у нас менялась цена. Добавляем измерение месяц, уже существующую таблицу. Вот она добавилась. И мы с вами одним кликом можем проанализировать, в какой период времени была какая цена. То есть я сортирую от большего к меньшему, вижу, что у нас в апреле, в январе, в июле была достаточно высокая цена. Я выберу таблицу данной позиции. Можно проанализировать, как у нас в номенклатуре 33 менялась цена и менялись, в принципе, наши показатели по данному контрагенту. На чарте мы видим, что основной массив данных у нас занимает номенклатура 30, то есть она нам приносит 46% выручки по данному контрагенту. При выборе таблицы мы с вами можем проанализировать непосредственно, как у нас продавалась номенклатура 30. Вот также видим, что у нас очень сильные перепады по цене, в зависимости от них идут перепады по объему продаж. Данным листом мы продемонстрировали в том, что вы не скованы перенастроенными панелями и можете выбирать любые объекты и анализировать любые уже перенастроенные показатели под свои цели. Данный инструмент, он также позволяет создавать закладки. Если вы анализировали контрагента и хотите вернуться к анализу завтра, либо через неделю, вы нажимаете инструмент закладки, создаете закладку. Система предлагает уже преднастроенное название, но вы можете назвать его как вам удобно. Соответственно, выбрасываете фильтры, либо переоткрываете систему, заходите в меню закладок, выбираете закладку, которую вы создали. И система повторяет те фильтры, с которыми вы работали день назад. Наш инструмент также позволяет создавать онлайн-презентации. Достаточно удобный инструмент, который можно использовать на совещаниях. Мы выходим с вами в меню приложения, выбираем Stories и создаем свою историю. Интерфейс очень напоминает всем известный PowerPoint. Соответственно, в приложении есть возможность создавать скриншоты ваших объектов. К каждому отдельному графику существует значок фотоаппарата, при нажатии которого система делает скриншот и запоминает его. Далее мы с вами переходим в режим истории. У нас есть возможность задать название. Мы достаем из памяти скриншоты, которые мы делали для анализа. И пишем комментарий к графикам и к листу.
Далее мы его сохраняем. Нажимаем режим слайд-шоу. И видим нашу презентацию. В каждой презентации есть возможность провалиться в наше приложение. Сделать определенную выборку. Найти ответы на интересующие наши вопросы, нас вопросы. Посмотреть цифры, которые нам необходимы для совещания. И снова вернуться в режим нашей презентации. Очень популярное направление – это анализ продаж на карте. С помощью нашего продукта вы сможете достаточно легко построить такой анализ самостоятельно. В данном виде представлены продажи в зависимости от объема продаж. Они ранжируются. Можно наносить на карту точки продаж, можно выделять их. Соответственно, при выборе определенного округа на соседней закладке у меня отображаются мои точки для анализа внизу. Мы видим расшифровывающие.